Я всех приветствую. Даже по этому поводу включил веб-камеру. Всем добрый вечер. Я рад вас приветствовать на бесплатном вебинаре, посвященному, вообще-то говоря, посвященному запуску нового курса. Но мы убиваем два зайца. Во-первых, мы поговорим с вами о том, что такое jQuery UI. Во-вторых, мы поговорим, для чего он используется, для чего он нужен. Ну и как второстепенное мы маленькую рекламку сделаем, а именно этот вебинар запущен только благодаря тому, что у нас запускается новый курс, и он как раз называется jQuery расширенный. И в этом курсе будет рассматриваться библиотека jQuery UI. Поэтому два в одном. Ну что ж, поехали. Так, уважаемые слушатели вебинара, я надеюсь, меня слышно и видно. Если вдруг со связью будет не очень, то говорите, я отключу веб-камеру. Вопросы можно сразу же писать в чат. У нас также есть слушатели в аудитории. Они также могут задавать вопросы, но уже не в чат, а, так сказать, вслух. Я буду эти вопросы озвучивать, и мы будем отвечать на них, и все таким образом получим ответ на вопросы. Итак, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Мы поговорим о замечательной, прекрасной библиотеке jQuery UI. Какие предварительные требования предъявляются нам для того, чтобы послушать этот вебинар? На самом деле достаточно владения просто HTML. Уверенное, хорошее владение HTML. Обязательно ли для того, чтобы прослушать вебинар, знать JavaScript? Нет, не обязательно, но желательно. Если же еще кто-то знает библиотеку jQuery, то вообще для вас вебинар идет стопроцентной отдачей. Но если вы не знаете эту библиотеку, то тоже переживать не стоит, потому что мы скоро убедимся, ее использование, оно абсолютно несложное. Итак, потихоньку поехали. Ну, во-первых, начнем с того, что меня зовут Тарасов Алексей Владимирович, и я занимаюсь специалистом уже почти 5 лет, веду курсы по JavaScript, PHP, HTML и так далее. Презентацию текущего курса мы можем найти по ссылке, которую я сейчас отправил в чате. Там внизу мы можем обнаружить где-то ссылочку на PDF, которая у меня сейчас крутится. Поэтому, если вы скачаете, то можете ей будете пользоваться. Слушатели в аудитории могут скачать, найти эту презентацию в сетевой папке. Она так и называется jQuery UI PDF. Ну и сразу поехали. Значит, во-первых, что такое jQuery UI? Обычно, когда где-то в названиях библиотек или фреймворков встречается обозначение UI, это обозначает User Interface, то есть пользовательский интерфейс. О чем речь? Дело в том, что, несмотря на то, что на дворе уже 15-й год, а HTML 5 давно используется, мы сталкиваемся постоянно-постоянно с проблемами в интерфейсе некоторых HTML элементов. Одна из проблем касается новых HTML тегов. Ну, например, у нас есть достаточно старый HTML тег под названием Input, у которого есть много новых значений атрибута type. Одно из этих значений, оно называется date. Ну, может быть, кто-то сталкивался, а кто-то не сталкивался. Я попробую сейчас показать, как это работает. Сам по себе date очень хороший тип данных. Он позволяет нам организовать ввод данных на нашей страничке. Ну, давайте посмотрим, как это может выглядеть. У меня не до конца хорошо настроен зенкодинг, но тем не менее я справляюсь с ситуацией. Итак, у меня есть какая-то заготовка HTML. Да? И у меня есть некоторый элемент, который называется input, а тип у него называется data. Ну, пусть будет name совпадать с этим типом. Я думаю, что некоторые могут догадаться, какая проблема поджидает нас. Кто же не может догадаться, давайте посмотрим вместе, что мы видим с вами на страничке, которую отобразил. Я запустил в браузере эту страничку и вижу, что Google Chrome показывает мне вариант ввода даты. Более того, он предлагает мне выбрать дату из календарика, встроенного непосредственно в сам браузер. То есть, обратите внимание, никаких подключений, никаких библиотек у нас нету. Мы с вами организовали какой-то пользовательский интерфейс средствами самого Хрома. Это здорово.
Большинство скажут, что это, по крайней мере, как минимум неплохо. Но что же будет, если мы с вами посмотрим, как выглядит эта замечательная штука, например, в Internet Explorer? О, как здорово! Сколько страсти! Какой результат! Мы видим, что Internet Explorer никак не реагирует на наши действия. А теперь с точки зрения пользователя. Удобно ли пользователю догадываться, какое значение сюда вводить? Нет. Пользователю неудобно. Он не понимает, чего от него требуют. Здесь как минимум должны быть еще прописаны некоторые атрибуты. Это означает, что пользовательский интерфейс, тот самый UI, построен очень некорректно. Так вот, такие проблемы с построением пользовательского интерфейса встречаются постоянно в самых разных браузерах. Бывают такие случаи, когда мы даже запускаем страничку в современном браузере, и там появляются какие-то результаты, но они визуально отличаются от тех, что есть в Chrome. Я понадеялся, что Mozilla у нас сейчас что-то покажет, но и Mozilla отказалась работать, сказав, что я не знаю, что такое Date. Вот она у нас ничего не показала. Так вот, существует очень много библиотек, которые решают вот такие вот проблемы с пользовательским интерфейсом. Существует огромное количество JavaScript-ных библиотек, которые позволяют оформлять пользовательский интерфейс. Мы сегодня будем говорить о jQuery UI, но на самом деле их гораздо больше. Одна вот из библиотек называется Cinch.js. Я ссылочки специально привожу. Вот, например, Cinch.js, она очень ценится и популярна тем, что она реализует огромное количество разных вариантов оформления наших страничек. Правда, у нее тоже есть свои недостатки. Во-первых, она сложна. Во-вторых, лицензия на использование этой библиотеки стоит достаточно больших денег. Порядка 5000 долларов на 5 лицензий. $1000 за лицензию. Конечно, есть реальная версия, но тем не менее, пока там попробуешь, пока там время пройдет, нужно будет опять скачивать. Вот, пожалуйста, ссылочка на библиотеку. Cinch.js позволяет реализовывать очень крутые вещи. Ну, например, я открываю один из примеров, который реализует календарик на сайте. Это могло бы выступить аналогом input type date. Во-первых, мы смотрим, как оно грузится. И мне это уже не нравится. Так, я не буду долго смотреть, как оно грузится. Загрузится, потом покажу. Какой-нибудь еще один пример. Так, ну вот этот мне тоже пример нравится. Ну-ка. Что ж такое? Что ж такое? Что-нибудь сегодня загрузится? Пожалуйста, загрузилась работа с календариком. Круто? Круто. Мы можем реализовать календарь на сайте. Мы можем отслеживать, что происходит каждый день. Мы можем описывать и планировать задачи и так далее. Но есть большие но. Дорого стоит, долго знакомиться. Интерфейс для начала перегружен. Ну и, в общем, надо тратить время для того, чтобы с этим всем разобраться. Хотя некоторые вещи достаточно очень эффектно смотрятся. Помимо Cinch'а существует еще много разных других вещей. Например, есть такая штука классная, как Twitter Bootstrap. Наверняка многие об этом слышали. Она тоже помогает красиво оформить различные фрагменты пользовательского интерфейса. Окошки, кнопки, заголовки, колонки на странице и так далее, и так далее. jQuery Mobile позволяет оформить страничку и отдельные элементы страницы специально для мобильных приложений. Ну и разные другие библиотеки. На самом деле остальные я для массы добавил. Я сам с ними ни разу еще не сталкивался. Итак, итог этого слайда. Библиотек существует много. Часть из них платная. Часть не решает тех проблем, которые, возможно, нам нужно решить. Та же самая проблема с дейтой, мы увидели, в Cinch.js решается гораздо более крутым способом, чем может нам потребоваться, поэтому стоит ли брать более сложный механизм, когда нужно гораздо все проще. Наш выбор падает на jQuery UI. Это замечательнейшая библиотека, которая расположена по адресу jQueryui.com. Если вы наберете сейчас или потом, когда-нибудь дома, этот адрес, вы обнаружите вот такой вот замечательный сайт. На этом сайте тут же рядом, если присмотреться, есть куча других библиотек. Вот это вот изображение нескольких шайбочек друг на друге, пирамидки, это сама библиотека jQuery. Очень важно заметить, что jQuery UI
о которой идет сейчас речь, она зависит очень серьезно от библиотеки jQuery. И надо обязательно ее использовать. Но я сказал, что для нас jQuery знание не обязательно. И еще раз на это обращаю внимание. Нам не обязательно знать jQuery, чтобы сделать первые шаги вот с этой текущей замечательной библиотекой. На этом же сайте есть и другие библиотеки, которые сейчас для нас никакого интереса в текущий момент не представляют. Итак, что же позволяет решать нам библиотека jQuery UI? Во-первых, она позволяет нам организовывать взаимодействие между HTML-элементами. О каком взаимодействии идет речь? Очень часто на сайтах встречаются задачи, похожие на перетаскивание элементов на странице. Ну, например, вы заходите на какой-то сайт, на этом сайте располагаются товары. Вы хотите, чтобы пользователь мог, схватив товар, перетащить его куда-то в корзину и бросить. И этот товар добавился в корзину. По умолчанию, есть ли внутри HTML элемента такие, которые позволяют это реализовывать? Нету. Есть, появились атрибуты drag and drop, но мы о них сейчас не будем говорить. А стандартных таких вот JS-ных вещей, которые раз и заработало, нет. На втором уровне курса JavaScript мы реализуем эти вещи, как сделать drag and drop на странице. Но каждый раз, в конце каждого премьера второго уровня JS, я всегда делаю итог, подвожу выводы и говорю, а стоило ли тратить нам полчаса, час для того, чтобы реализовать drag and drop? Или для того, чтобы реализовать ручную сортировку каких-то элементов? И всегда мы приходим к выводу, что, конечно, знать и уметь делать перетаскивание элементов на странице, сортировку и так далее, это круто, но в боевых условиях, когда вам нужно срочно выполнить какой-то проект, это занимает очень много времени. Поэтому гораздо удобнее взять сразу какую-то готовую реализацию. Если мы с вами посмотрим на библиотечку jQuery UI, то взаимодействия описываются первым пунктиком в левой колонке на сайте. Draggable – это что такое? Это возможность перетаскивать элементы, схватать их и дальше выполнять какие-то действия. Мы чуть позже посмотрим, как это выглядит. Droppable – это означает хватать элементы и помещать в какой-то конкретный элемент. Вместе Draggable и Droppable организуют тот самый знакомый, а может быть незнакомый некоторым, drag and drop – схвати и брось или перетащи элемент. Следующий очень интересный вид взаимодействия называется resizable. Что это означает? Изменяемость размеров действительно нашего окошка. Если мы попробуем нарисовать с вами div стандартный и попытаемся изменять его размер, то максимум, на что мы способны, это изменить размер дива при помощи ширины и высоты нашего CSS. А если мы же захотим это делать динамически, то придется опять писать кучу JavaScript кода, который будет это делать. Зачем писать какой-то код, если уже это все встроено в взаимодействие? SelectTable – это замечательный вариант, который позволяет выбирать несколько элементов на странице. Когда мы заходим на HTML-страничку и делаем вот так, то у нас выделяются абсолютно все элементы, которые попались под руку. Как будто они являются текстовыми элементами, встроенными элементами. При этом часто бывает нужно выделить именно набор тех элементов, которые программно объединяются в единое целое. Ну, например, я хочу выделить не просто вот все куски вот этого кода, а только кнопки. Как это сделать? SelectTable позволяет это решить. И последнее, это SortTable, это сортируемость наших элементов. Итак, первый вид задач, который решает библиотека jQuery UI, это перемещаемость, выделяемость, перевел я, изменение размера, выделяемость и сортируемость на страничке. Пробежимся очень быстро по тем демонстрационным примерам, которые присутствуют на странице, и посмотрим, что же там есть теперь. Итак, первое, draggable. У нас с вами есть элемент. Это может быть товар в корзине, это может быть игровой элемент, это может быть все что угодно. Я хватаю его, перетаскиваю. Вот это первый фрагмент. Первый пример. Справа обычно во всех примерах взаимодействия, виджетов и так далее указаны варианты использования работы в данном случае с перетаскиваемым элементом или с другими элементами. Ну, например, я хочу изменить там вид курсора при перетаскивании. Обратите внимание, что вид курсора меняется.
каким образом происходят изменения и чем отличаются вот эти все элементы, вы можете посмотреть на каждом из описываемых примеров. Если чуть-чуть опишите ниже, опустите чуть-чуть ниже монитор и посмотрите, откройте выпадающую ссылочку View Source. Внутри ресурса обычно будет находиться кусочек кода, который содержит в себе HTML, содержит в себе подключаемый JavaScript, в том числе библиотеку jQuery и jQuery UI, и, к сожалению, не подключаемый файл со стилями. Если сохранить вот этот документ в моей текущей странице HTML, то вот эти стили не подключатся, потому что, видите, они идут от корня сайта. Но, с другой стороны, наблюдать визуальный эффект вы обязательно сможете. А дальнейшая работа заключается в очень простой идее. Вы описываете набор дивов, которые должны подвергнуться изменениям. В данном случае мы говорим о драгейбле, то есть о перетаскивании. Значит, назначив какие-то идентификаторы, вы должны будете скопировать кусочек кода, который представляет собой фрагмент JavaScript, в данном случае фрагмент библиотеки jQuery. Вот она. Вот он идет, библиотека jQuery. Я еще раз возвращаюсь к моменту, который с чего начал. Вам не обязательно для первого шага понимать, что тут происходит. Вы можете просто скопипастить айдишники, прописать эти айдишники через решетки, как мы это делаем в стилях, в доллар круглых скобках, и оно у нас с вот таким методом Dragable начнет работать благополучно. Это самый первый шаг в использовании этой библиотеки. Ну, например, я сейчас еще раз покажу, как это можно сделать. Выделяю, копипащу и вставляю в мой код, например, с фрагментом data. Раз. У меня что-то получилось. Давайте попробуем посмотреть, что произошло на странице. Ну, к сожалению, когда мы копируем исходный код, обратите внимание на пути, которые указываются у линков и у скриптов. Они начинаются с двух слэшей. Да? Если бы наша страница была сейчас в сети, то или там запускалась через какой-то open server или там Apache, там еще что-то, мы бы сразу все увидели рабочим. Но вот тут, когда мы работаем локально, к сожалению, мы вынуждены прописывать дополнительно везде HTTP:// 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 Я делаю новый подход. Вот у меня на локальной страничке, обратите внимание, на рабочем столе запустился индекс HTML. Что произойдет? У меня наш элемент div двигается так, как я захочу. Стили, наверное, скорее всего, не подхватились, потому что, еще раз, они указаны относительно корня сайта самого jQuery.ui.com. Итак, подытожу. Любой пример, который вы сегодня увидите на сайте jQuery.ui, может быть легко повторен просмотром view source и запуском на своей странице. Это позволяет решать проблему и тем, кто не знает JavaScript, и верстальщикам начинающим, и начинающим JavaScript-разработчикам, всем. Идем дальше. Dropable. У нас есть элемент. Мы хотим его переместить в какое-то определенное место. Всякий раз, когда я кидаю элемент мимо, у нас не учитывается его перемещение. Но когда я помещаю его в нужный элемент, например, это корзина, а это товар, то у меня происходит учет. Элемент помещен в эту корзину. Я могу увеличить стоимость общего заказа. Я могу прописать увеличение суммы заказа, там какую-то реакцию сделать. Уважаемые слушатели, я напоминаю, что можно задавать вопросы в чат. И у нас первые вопросы пошли. Спрашивает у нас Любовь. А если прописать точный адрес, стили заработают? Любовь, вы абсолютно правы. Мы можем с вами подключить стили напрямую. Для этого нам понадобится взять вот этот адрес jQuery.ui.com и прописать его перед ресурсом. Вот он. Я, правда, не гарантирую, что мы сейчас прям сразу заметим что-то. Вдруг в этих стилях не было никаких особенных изменений, а попробовать стоит. Вот моя страничка, вот я ее обновил. Уважаемые слушатели в аудитории у нас замечают, что поменялся шрифт. Я, как не дизайнер, даже, честно говоря, не заметил никаких изменений. Спасибо за внимательность. Да, действительно, что-то поменялось, потому что мы напрямую обратились. Но такой подход, он
Желательно только в одном случае, если вы занимаетесь отладкой. Никогда не делайте это в продакшене, на рабочем боевом сайте. Почему? Потому что это используется только для примеров. Для боевых ситуаций надо использовать отдельные адреса, которые на сайте тоже можно найти. Я покажу, где они есть. Хорошо? Отлично. У нас еще один вопрос задает Андрей. Если одновременно подключить Type Date и jQuery UI календарь, будет ли работать, будет два календаря в одном поле? Чуть-чуть попозже про календари скажу. Хорошо, Андрей? Чуть-чуть попозже, когда коснемся виджетов. Возвращаемся к нашим примерам. Следующий. Resizable. Ну, здесь все очень просто. У нас есть какой-то элемент, div или что-то еще. Мы можем ему создать вот такую вот возможность менять свой размер. Или, например, где-то тут я видел, ограничить изменение размера, например, какими-то внешними рамками. Нельзя менять размер больше, нежели тот, который у нас указан. Ну и дальше последние еще элементы в взаимодействиях – это выделение. Выделяю. Ну, как-то, честно говоря, у меня не очень… А, о, неправильно сделал сначала. Навожу на элемент. Выделяю три пунктика. Обратите внимание, у меня выделяется не текст, а именно сами элементы. Если это было бы, эти были бы товары, или бы они вот так вот располагались, я бы мог выделить только определенный набор товаров и отправить их, например, как-нибудь в корзину. Очень замечательное свойство. Sortable. Сегодня на курсе JavaScript 1 мы разговаривали о сортировке карточек. Представьте, вам нужно отсортировать какие-то элементы визуально. Если вы использовать будете плагин Sortable, небольшое подключение вот этой библиотечки даст возможность перетаскивать эти элементы в той последовательности, которая вам нужна. Удобно? Да, весьма. С таблицей то же самое. Итак, первый набор фрагментов, которые задач, которые реализует jQuery, мы посмотрели. jQuery UI. Приземляемость, приземляемость, изменение размера, выделяемость и сортируемость. На самом деле, самым интересным набором является вовсе не взаимодействие, а задачи, реализуемые, решаемые при оформлении пользовательского интерфейса. Это набор с виджетами. Виджеты – это специальные элементы управления, которые позволяют нам быстро, моментально изменить какие-то фрагменты нашей страницы и сделать их более красивыми, рабочими и так далее. Пробежимся быстренько по ним и скажем, что тут есть интересного. Аккордеон. Под аккордеоном обычно называется набор из схлопывающихся элементов. Эти элементы схлопываются таким образом, что когда вы нажимаете на один из них, он открывается, а все остальные закрываются. Таким образом, это напоминает аккордеон. Автокомплект. Это замечательный эффект, который реализован во всех поисковых движках. Например, я захожу на Яндекс или на Google, начинаю что-нибудь писать, у меня выскакивает автозаполнение. Видим, да? Что вот это такое? Если вы раньше не задумывались, то знаете, что вот это обычный div. Обычный div, который спозиционирован точно у нижней границы инпута, а результаты того, что вот тут появилось, Яндекс нам потихонечку незаметно возвращает технологии Ajax или асинхронный JavaScript. То есть это незаметно запрашивается на сервере и возвращается нам вот сюда. Можно ли это сделать быстро-быстро, скажем, на чистом HTML? Нет, нельзя. Можно ли это сделать быстро на HTML и JavaScript уровне втором эквиваленте знаний? Можно. Но опять, надо будет работать с геометрией, расположением окна, выводом всех этих элементов. А можно использовать просто замечательный виджет под названием AutoComplete. Button – это кнопки, о них совсем кратко, а попозже поговорим. Data Picker – это как раз и есть тот самый вариант с календарем. Календарь, который будет позволять вам выбирать дату в определенном поле в любых браузерах абсолютно одинаковым интерфейсом. Вот это одно из замечательных достижений jQuery UI. Дальше. Диалог. Диалоговые окошки. Те, кто немножечко сталкивался с JavaScript или слышал про такие диалоговые окошки, как Alert, Confirm, Prompt, они знают, что эти диалоговые окошки страшны. Чем они страшны? Если я сейчас в консоли наберу команду Alert и распечатаю там единичку, то диалоговое окно стандартное, которое есть реализовано в каждом браузере, оно заблокирует у меня весь экран. Посмотрите. Экран
не может никак отреагировать, браузер не может никак даже закрыться, пока работает алерт. Это хорошо или плохо? Очень редко это бывает хорошим использованием. Обычно, наоборот, это считается очень дурным подходом. А диалоговые окошки позволяют нам этого избежать, потому что из любого дива можно сделать диалоговое окно. Вопрос. Если у вас показывается div, то в этом случае блокируется ли окно браузера? Нет, ни в коем случае. Окно браузера доступно для сворачивания, разворачивания, закрытия и так далее. Выпадающие менюшки. Слушатели на первом уровне JavaScript HTML всегда спрашивают, а как сделать выпадающее меню? А я не рассказываю. Потому что на первом уровне нам не хватает знаний. Но зная jQuery UI и создав правильный вложенный список, вы можете подключить плагин меню, у вас сразу возникнет выпадающее менюшка. Прогресс-бар. Индикатор загрузки. Select меню. Аналог HTML элемента Select. Выпадающее меню списком, но только оформленное. Слайдер или ползунок. Вариант, который используется для того, чтобы указать какие-то границы при выборе в форме, задать диапазон. Спиннер. Ну, это одна из самых дурацких на самом деле вещей среди виджетов. Тоже сейчас скажу, что это такое. И вкладки с подсказками. Вкладки – это организация нескольких дивов так, чтобы сэкономить пространство на странице, а тултипы – это всплывающие подсказки. Если мы помним, то в HTML есть всплывающая подсказка, однострочная, которая организуется при помощи атрибута title. Она неприглядна, некрасива, оформить ее невозможно, а вот tooltype решает проблемы с окраской. Итак, давайте посмотрим, что за виджеты есть и как вы можете улучшить свою страничку. Итак, первое – аккордеон. Обратите внимание, у меня сейчас есть 1, 2, 3, 4 секции. Я открываю вторую секцию, предыдущая закрывается. Мы сразу с вами видим и удобную организацию пространства элементов, и анимацию. Раз, два. Тут сразу это все завешено. Удобно? Весьма. Вы можете сразу использовать этот элемент. В исходнике это выглядит следующим образом. У вас есть какой-то общий контейнер, а внутри располагается несколько тегов H и дивов с параграфами. Каждый див с параграфом организует отдельную секцию. Берете вот такой кусочек кода, подключаете тремя строчками JS, предварительно подключив линки и стили, и у вас получается вот такой замечательный эффект. Автокомплект. Маленькое небольшое поле. Внутри где-то заранее прописан набор, в данном случае языков программирования, которые будут подсвечиваться автоматической подсказкой. Давайте посмотрим, что будет, если мы выберем один из языков программирования. На самом деле я уже задумал, какой мой любимый, один из моих любимых, PHP. Я набираю букву P, P, а у меня высвечивается набор элементов. Не понял. А, ну да, ActionScript тоже содержит букву P, поэтому там он увидел. PH, говорю я. У меня оказывается здесь в выборе PHP. Понятная идея. То есть, если вы работаете на чистом HTML, и вам нужна автоматическая подсказка среди заранее заведомо известного набора элементов, вы можете, подключив плагин, прописав все заранее известные значения, вот тут увидите всплывающие подсказки. Естественно, что если вам захочется чего-то большего, вам надо написать какой-то алгоритм, который будет на лету заполнять этот массив строчек и на лету, соответственно, показывать нужные моменты. Но для этого уже надо более подробно изучать JavaScript и или jQuery. Следующее. Виджет – это кнопки. Здесь ничего особенного не могу вам сказать. Это просто красивые кнопки с возможностью реализации дополнительных там нажатий на них, ответов, реакций и так далее. И один из самых потрясающих фрагментов – это Data Picker. Помните, мы сегодня начали занятие с того, что посмотрели в Google Chrome не работающий виджет, встроенный в Chrome, input type date. Так вот, если вы пропишете Data Picker внутри jQuery UI, у вас внешний вид вашего окошка будет выглядеть одинаково в любом браузере. Ну, что может быть убедительнее, как показать работу виджета в Internet Explorer? Я пробую сейчас показать работу виджета в Internet Explorer. Итак, сверяемся. Вот так он работает в Chrome. А вот так он работает в Internet Explorer. Единственное, что я вижу из неприятного, это сам input,
обратите внимание, бордюрчики пририсовал не так, как мне хотелось бы. Ну, это можно легко исправить при помощи CSS. А вот сам плагин работает абсолютно хорошо. Я выбираю какую-то дату, students, и здесь выбираю какую-нибудь дату. Обратите внимание, и там дата выбралась. Удобно? Да, удобно. Я возвращаюсь к вопросу Андрея. Если одновременно подключить TypeData и jQuery UI календарь, будет два календаря в одном поле? По-хорошему, разработчики виджета разрабатывают виджеты так, что у нас должен все равно появиться единственный календарь, иначе будет нарушение UI. Если мне память не изменяет, я могу ошибиться, то в родном примере, нет, все равно data type прописан. Я ожидал, что тут сейчас будет data прописан. Ну, попробуем посмотреть этот пример вживую. Я открываю нашу страничку, исправляю быстренько http://. Вот тут. И меняю на date вариант. Проверяем. С одной стороны, о нет, мы с вами получаем все-таки страшный вариант. Надежды на разработчиков не оправдались. У нас происходит вот здесь конфликт. Андрей, вот такие вот дела. Сам, честно говоря, не ожидал. У нас проблема. Не назначать date и все. Лучше не назначать date. Делаем абсолютно правильный вывод. Беда, печаль. По-хорошему, разработчики плагина могли бы автоматом отключать date, менять его на текст, и тогда не было никаких проблем. Но проблема осталась, к сожалению. Но теперь мы зато знаем, как сделать уникальный ввод для, может быть, условными комментариями решить, спрашивает Андрей. Уважаемые слушатели, оказывается, в HTML есть возможность писать условные комментарии, но они обычно применяются для работы с Internet Explorer. Условные комментарии используются в Internet Explorer. Если же речь идет об условных комментариях в JavaScript, то то же самое. Они начинают работать только в E. Мы не можем настроить условные комментарии, которые работают в Chrome, там, и не работают в Safari. Или надо глубоко погружаться в определение, какой браузер перед нами. А это обычно плохой стиль разработки. Вот. Поэтому лучше все-таки input type date использовать. Еще хотел бы обратить внимание на то, где может быть вот такой data picker использован. Приведите, пожалуйста, примеры, где он может быть применен. Заказ авиабилетов. Заказ даты доставки. Ориентир на тестирование. И так далее, и так далее. Это очень удобный виджет. Следующий виджет, который мы посмотрим, это диалоговое окно. Что же вот это такое? Что это такое? Оказывается, это просто-напросто обычный div. Смотрим. Тыдынс, это div, это обычный div. Да, на него многое навешено. Эффект resizable в разные стороны. Закрытие окна можно сделать. Теперь до следующего апдейта. Если мы JavaScript не знаем, хорошо. Само окно теперь не появится, только если не обновить страничку. Но если бы вы хорошо, глубоко заберетесь вот в этот виджет, то вы можете даже создавать вот такие вещи. Что это такое? Заголовок. Что это такое? Таблица. Что это такое? Кнопка. На кнопке навешено событие. По нажатию создается дополнительное диалоговое окно и происходит реакция. Добавление дополнительной строки к таблице. Вы где-нибудь видели алерт? Нет. Вы видели какой-нибудь еще метод, встроенный в непосредственно в браузер? Нет. Но все замечательно добавляется. Удобно. Наш юзер-интерфейс существенно начинает выигрывать. Ну, есть там всякие другие модальные сообщения, предупреждения и так далее. Следующий виджет, о котором мы поговорим, это... Модул это модальное окно, то есть он не дает работать с браузером в другой момент? Нет, он дает работать, просто он содержит только кнопку ОК. Мы можем работать с браузером, переключаться вкладками, закрывать, открывать. Я имею в виду вот в пределах страницы. В пределах страницы мы можем с любыми окошечками, даже вот со стандартом, ограничить, куда мы можем заходить. Нет, имею в виду. А что? Другие элементы. Он создает фон, который замащивает все подряд, и как бы нельзя. То есть вот здесь вот есть, почему у нас такое серенькое все появилось, потому что там было фон, который все занимал. Дальше. Менюшка. Пост-менюшка, тут все понятно. Главное сделать
правильный, красивый список, который будет сформирован так, что внутри некоторых ли будут вложены URL со своими ли и на весь плагин. У вас моментально появится вот такая замечательная штука. Вложенность не ограничена. Вы можете делать сколько угодно вложенные элементы. Progress Bar. Индикатор загрузки. К сожалению, это один из тех виджетов, которые без знания JavaScript и или jQuery вам ничего не дадут. Какой смысл и показывать индикатор загрузки, если мы дальше JavaScript не меняем его ширину, высоту, цвет или что-то еще. Вот такой элемент. Дальше. Select меню. Ну, это оформление форм. Красивые, фоном, цветом, градиентом и так далее. Здесь можно найти применение и без JS. Слайдер. Слайдером называется вот такая вот штука. Я ее назвал ползунок. Раз, 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 раз. Что здесь может быть? Мы можем здесь указать, например, диапазон цен. Где этот элемент управления может быть очень удобен в использовании? Да в том же самом каком-нибудь каталоге товаров. Я хочу найти такие товары, цена которых от 77 до 244 единиц чего-либо. И у меня потом кто-то занимается сортировкой. Кто занимается реально сортировкой? Либо JavaScript-программист, либо PHP-программист при отправке формы. Но визуально мы, как верстальщики или начинающие JS-разработчики, можем вот такую штуку на сайте разместить и это сделает работу более удобной. Причем, если присмотреться, то тут есть очень много разных классных реализаций. Например, вы можете сделать вертикальные слайдеры, чуть ли там не микшируя что-то. Вы можете сказать, чтобы у вас было пошаговое изменение, например, кратное 50 единиц. Смотрите, что делается с товаром. Кратное 50 вызывается. Зачем это может пригодиться? Ну, например, реализуйте какой-то аукцион. Или у вас именно идет фильтрация с шагом с каким-то определенным. Вот так работает у нас слайдер. Спиннер. Ну, спиннер, вот я сказал, это самое... наименее удобная штука в JS. Считается с точки зрения пользовательского интерфейса очень неудобно, когда у нас в поле выбора появляются две кнопочки, и они увеличивают или уменьшают значение вот здесь. Ну, то есть как? С одной стороны, как бы удобно, но с другой стороны, попасть вот в эти вот две стрелочки, ну, это весьма затруднительно. Все идут наоборот от того, чтобы целиться в такую маленькую точку. А здесь они сделают. Да, кстати говоря, вот то, что клавишами, это вот это здорово. Какой-то шаг, инкремент, и мы увеличиваем. Это точно подмечено. Дальше, табуляция. Часто на сайтах мы заходим и смотрим в каталогах на какой-то товар, а там есть вот такие наборы вкладок и написано о товаре, там спецификация, отзывы. Перелистывая между элементами, перелистывая проходы между элементами, мы оказываемся каждый раз на какой-то вкладке, читаем, что это. На самом деле, все эти вкладки – это обычные наборы дивов. Раз, два, три. Вот. Раз, див, два, див, три, див. И список в начале, который позволяет связать ссылки с этими дивами. Всю остальную работу, расположение элементов, перекладывание и изменение фона вкладочек реализует сам плагин. Раз, раз, раз. И так далее. Ну и последний элемент – это всплывающая подсказка. Я навожу на наш элемент. Что же мы с вами видим? У нас всплывает подсказка. Вы можете возразить и сказать, что она однострочная. Но она однострочная до тех пор, пока вы ее как-то не модернизировали. Вы можете туда дописать. О, пожалуйста. Тут даже картинка есть. Встроено в качестве подсказки. И так далее, так далее, так далее. Мне здесь очень нравятся зарисовки такого типа. Нам дают сегодня заказ. Сделайте, пожалуйста, фрагмент страницы с каталогом, с всплывающими подсказками на товар. Над товарами. Начинающий разработчик тратит 3 часа вечера для того, чтобы сверстать вот такую вот подсказку. В итоге страничка недоверстана. Сроки сгорели, заказ не принят. Почему? Потому что не было опционально правильно распределено время.
Что же надо было делать? Взять готовую библиотеку jQuery UI, навесить вот эту штуку, оформить ее так, как вы хотите, и все, сдать про заказ вовремя. Итак, это были виджеты. Следующий набор задач, которые решает jQuery UI, больше относится к задачам, связанным с библиотекой jQuery. Поэтому для большинства тех, кто владеет только HTML, эти задачи и эти эффекты будут менее полезны в текущий момент времени. Что позволяет делать jQuery UI в этом отношении? Добавлять классы. В jQuery мы тоже можем добавлять классы, но здесь это делается с большей динамикой, с большей гибкостью. Анимация цвета. К сожалению, не все разработчики знают, что в родном jQuery, в самой библиотеке родной, невозможна анимация по умолчанию цвета. Вы не можете сделать так, чтобы переход был плавный от красного к синему, сделан анимационно. Библиотека jQuery UI позволяет решить эту задачу. Мы можем также управлять скоростью анимации, подключать огромное количество эффектов, уже встроенных в библиотеку, добавлять, прятать элементы или переключать классы. И это все встроено в саму библиотеку. Давайте посмотрим самые интересные из вещей. Во-первых, это анимация цвета. У нас с вами есть какой-то div, кстати говоря, да, похожий на диалоговое окно, но он не перемещается. Я говорю, toggle эффект, у меня меняется цвет. Как это все реализовано? Очень просто. У меня прописан кусок кода. Даже, кстати говоря, начинающий HTML-разработчик увидит здесь знакомые вещи. Вот он цвет один, вот он цвет другой. По нажатию один переходит в другой. Вот из этого, как мы увидели, да, в красный произошел переход. Поменять на свои цвета не составит сложности. И другие элементы типа, мне хотелось бы показать вам эффекты. Вот это, пожалуй, тоже одна из полезных вещей. Итак, у нас с вами есть какое-то диалоговое окно, и вы выбираете один из элементов из целой кучи. Ну, например, scale. Что такое scale? Scale – это масштабирование. Тенденс? Наш элемент масштабируется, уменьшается или увеличивается, зависит от того, какие настройки вы укажете. Пульсы. Помигало. Вы можете это все вручную написать на JavaScript. Вы потратите на это время. Исчезновение. Клипирование и так далее. Ну и есть на самом деле достаточно тоже страшные элементы. Пожалуйста. Ударение с отскакиванием. Как будто падает тяжелый предмет. Видите, он как пружинит, а самый низ фрагмент. И здесь есть много других классных вещей. Можно тоже посмотреть. Так, что-нибудь еще там. Давайте вот такой вот посмотрим. Функции перехода анимации. Анимация может линейно распространяться, а может скачкообразно по какой-то определенной формуле и так далее. Все формулы у нас описаны вот здесь. Например, если мы посмотрим одну из формул, так, где же там скачкообразное это изменение? Ну-ка, сейчас, секундочку. А, прям тут сразу же отображаются. Нормально. Я хочу посмотреть, как будет скачкообразно изменяться вот эта анимация. Да? Видели? Сначала медленный прыжок, потом исчезновение. За счет высоты. Высота меняется скачкообразно. И так далее. И на самом деле последний вид задач, который решает jQuery UI, это использование, во-первых, работы с позиционированием. Ну, это касается свойств left, top, bottom и right у абсолютно спозиционированных и фиксированных спозиционированных элементах. Работа просто облегчается. А также есть так называемая фабрика виджетов в jQuery UI. Эта штука будет полезна тем, кто работает с jQuery UI как продвинутый JavaScript программист и хочет получить любой из описанных сегодня эффектов при помощи одного лишь фрагмента кода. Widget Factory возвращает и аккордеоны, и датапикеры, календари, и все-все-все из одной точки. Теперь следующий момент. Как подключить эту библиотеку? Как обычно с JavaScript библиотеками, у нас существует два способа. Либо скачать и прописать адреса к этой библиотеке вручную к локальной папке, либо подключить
скрипт и CSS-стили прямо с, например, гугловского хранилища. Я описал небольшой кусочек, который позволит мне скопипастив вот этот код, сразу моментально разместить на своей странице. А давайте посмотрим следующий пример. Итак, у меня есть HTML-страничка, абсолютно созданная с нуля, ну, правда, при помощи плагина быстрого разворота странички, и при помощи элемент, и тут у меня есть элемент, который называется TypeText, TypeText. И у этого элемента TypeText есть идентификатор, который назову date. Так я задумал заранее. Вот у меня есть HTML элемент. Сохраню этот документ как date.html. Посмотрим в браузере, что у нас получилось. Мы видим стандартный input, у которого вот то, что тут появляется, это еще ничего не значит. Видимо, кто-то раньше когда-то в input и вводил, сам браузер запомнил. Мы можем, чтобы этого не было, вспомнить атрибут, который называется autocomplete равняется off. Есть такой атрибут. Давайте посмотрим, что ж такое. Еще раз. Обновить. Да, вроде обновил уже. Ctrl F5 обновить. Все равно появляется. Немножко странно. Вроде бы кэш почистил. Ctrl F5. Все равно появляется. Ну ладно, я подумаю, что это за проблема. Но самая главная проблема это то, что я сейчас не могу здесь красиво, лаконично ввести дату. Что же я делаю? Прямо из презентации я беру, копипащу вот этот код внутрь нашего хеда. Обратите внимание, что с копипастом столкнутся все, справятся все. Дальше я забираюсь в раздел head и пишу кусочек, маленький кусочек. Кстати, вот тут, по-моему, битая, по-моему, ссылка. Маленький кусочек тега, который называется скрипт. Скрипт. Открылся скрипт и закрылся скрипт. Я думаю, что и это особые проблемы не создаст. А после этого я обращаюсь к вот этому вот идентификатору и делаю это, опять же, чтобы упростить задачу, не записывая прямо так вот из головы с нуля, а обращаюсь к готовому примеру работы с виджетами. Вот у меня виджет датапикера, вот у меня ViewSource, вот у меня кусочек кода, который нужно внести, и вот здесь я его размещаю. Что нужно изменить, чтобы все заработало? Вот этот идентификатор прописать вот в этой части. Я беру date, прописываю вот сюда. Все готово, я вас поздравляю, виджет работает. Проверяем на страничке. Страшно нажимать на самом деле. Тыдынс. Виджет заработал. Таким образом мы решаем огромное количество проблем, огромное количество задач. Естественно, что, как обычно, для начинающего разработчика вау-эффект обеспечен, но и настоящая гибкость появляется только после того, как мы можем программно создавать эти фрагменты, то есть владеть там, jQuery библиотекой, JavaScript на уровне второго курса и так далее. Еще один маленький момент, я совсем забыл упомянуть. Все примеры, которые мы с вами смотрели на сайте библиотеки, они какие-то такие стандартно серенькие, и вам может показаться, что это единственный стиль, который может быть использован. На самом деле это неправда. У jQuery есть вот такой замечательный раздел, как Themes. И там находится инструмент под названием TemRaw. Я не знаю, как правильно это перевести, но, наверное, модификатор тем. Если мы откроем эту страничку, то вот здесь есть заранее огромный набор оформлений и разных тем для работы. Например, у вас сайт оформлен в виде... точнее, используют какую-нибудь такую, такие черно-желтые темы, цвета. Вы выбираете и готово. Спрашивает у нас Андрей, а jQuery будет работать на смартфонах, планшетах? Можно все эти интерфейсы стилизовать по-своему? Стилизовать можно. Что касается работы на смартфонах и планшетах, оно тоже будет работать, но jQuery не совсем заточен под работу на смартфонах и планшетах. Там есть своя библиотека jQuery Mobile. Лучше использовать ее. Поэтому там, возможно, не все так будет радужно, как хотелось бы. Виталий спрашивает, а кастомизировать виджеты можно, включая язык отображения? Абсолютно верно. Сейчас я расскажу про оформление еще немножко и потом про кастомизацию. Итак, с
Сайт сделан в зеленом типе. У нас все становится зелененьким. Главное эту тему скачать и распаковать в нужную папку самого виджета. Теперь, что касается языка. Допустим, вы начинаете работать с датапикером. Вот я недавно относительно с этим столкнулся. Создавал сайт, поступил заказ, и нужно было указать, например, дату тестирования участников на каком-то сайте. Поскольку сайт был предназначен для русскоязычной аудитории, на ВМБ и вот эти вот обозначения месяцев и воскресенье, начиная, и неделя, начинающаяся с воскресенья, меня никак не устраивали. Что надо сделать, чтобы у нас произошла локализация? Надо просто посмотреть, как она проходит. В исходном коде у нас где-то в районе подключения JavaScript вы указываете, какие варианты языков у вас будут использоваться. И, соответственно, потом, подключая подключая настройку, например, DataPicker Regional, стандартную, дефолтную по умолчанию, вы выстраиваете, как оно все будет работать. В данном случае у нас стоят настройки для работы с французским языком. Делаете RU, подключаете файл с русской локализацией, у вас и неделя начинается с понедельника, и обозначение идет на русском языке. То есть тоже все достаточно просто кастомизируется. Что касается тем, можно не скачивать готовую тему, а настроить вообще все вручную. Хочу, чтобы у меня шрифт занимал там 2.1 ема. Говорю Enter. У меня шрифты все меняются, то есть можно очень удачно, гибко настроить ваш виджет для работы именно на вашем конкретном сайте. Все полезные ссылки я разместил на предпоследнем слайде презентации. Это ссылка на описание Википедии библиотеки. Краткий конспект в своем блоге, посвященном HTML и JavaScript, а также ссылку на библиотеку и темроллер, то есть изменитель тем. Ну, небольшая реклама по курсам, связанным с jQuery UI. Ближайший курс у нас стартует 18 декабря. Если вдруг кто-то надумает, то вебинар проводится как раз под эгидой рекламы этого курса. Ну и самая главная интересная часть нашего бесплатного вебинара – это вопросы. Пожалуйста, если у кого-то возникли вопросы, самое время задать их в чат или озвучить в аудитории. Покажите второй способ подключения библиотеки, уточняет Любовь. Пожалуйста. Итак, давайте посмотрим, как это происходит. Я забираюсь на сайт jQuery UI и нахожу ссылочки. Либо Custom Download, либо Stable. Stable, если память не изменяет, позволяет быстро, оперативно скачать все самое необходимое. Custom Download позволяет скачать только те виджеты, которые вам нужны. Я выбираю Custom Download, я контролирую сам весь процесс и выбираю те виджеты, которые мне нужны. Ну, например, мне нужны виджеты ядра. Все подряд виджеты. Мне не нужна работа с мышкой. Мне не нужны виджеты работы с позиционированием. Обратите внимание, у меня автоматом включаются кардион, кнопки, диалоговые окошки почему-то не включились, потому что они используют работу с мышкой. Итак, как только я выбрал эти виджеты, я опускаюсь вниз и выбираю тему оформления. Какую же тему оформления мне посмотреть, выбрать? Честно говоря, мне надоело базовое. Я выбираю Darkness с темными тонами. Указываю CSS-свойство, которое будет базовым, прошу прощения, CSS, как бы пространством, которое будет базовым, ничего не оставляю. И говорю download. У меня происходит формирование пакета jQuery UI. Вот он у меня скачался. Располагаю этот пакет на рабочем столе. Распаковываю его. И располагаю файлы так, чтобы они не были на огромном уровне вложенности. Итак, вот он у нас есть. Тема нашей библиотеки jQuery UI. Вот тем min CSS. Вот тут у нас есть сама библиотека jQuery min. А что тут у нас еще есть? Вот она, библиотека jQuery UI. И с грустью я обнаруживаю, что у меня здесь нету чего. Библиотеки jQuery, а без нее эта штука не заработает. Но ничего страшного. Я создаю файл, который называю, как я называю его, test.html. Вот он, test.html.
В этом файле test.html я создаю стандартный набор HTML. А теперь прописываю вот здесь как минимум пару тегов скрипт. Раз, два. И как минимум один тег link, который будет содержать стили. Стили у меня находятся под названием вот под таким, минимизированные. Я копирую название стилей и прописываю их вот здесь. Если они будут лежать в какой-то папке, предваряю название папки, как обычно. А внутри скрипта я указываю на первом месте, что обязательно, библиотеку jQuery UI, а на втором месте я указываю, прошу прощения, на первом месте jQuery, а на втором месте jQuery UI. Сама jQuery UI у меня находится вот здесь или вот тут. Это общая версия, это минимизированная. Мы сейчас можем использовать хоть одну, хоть вторую. Вторая чуть-чуть быстрее работает, поскольку быстрее загружается. Чуть-чуть совсем, да? Прописываю адрес вот сюда. Раз, готово. А что я должен буду вот здесь написать? Ссылку в интернете на библиотеку саму jQuery. Ее можно найти либо из соседнего файла вот здесь, либо я имитирую ситуацию, как будто у меня это нету ссылки. Захожу куда-нибудь, я говорю jQuery, и дальше обычно набирается такая фраза, как CDN, CDN link. Это означает внешнее ссылка на внешнее хранилище. Вот это на самом сайте jQuery. А если добавить сюда еще какой-нибудь Google или Яндекс, то вы найдете ссылку на эту библиотеку, например, на Яндекс или Google. Вот teach Яндекс, JS Libs, здесь эти ссылки все прописаны. Любую. Могу вот здесь ее найти, вот она эта ссылка. Могу CDN хранилище самого jQuery UI, откуда захочу. Ну, чтобы время не тянуть, у меня уже яндексовский CDN открылся, статический путь для разработки у меня прописан. Я использую его, поскольку я сейчас разработкой занимаюсь. Копирую эту ссылочку, прописываю его вот сюда. HTTPS, ну не страшно. Вот у меня все работает. А теперь, что там мне надо сделать? Ну стандартный прием. Беру кусок скрипта из прошлого примера. И беру кусок HTML тоже из прошлого примера. Если я подключил все хорошо, у меня эта штука заработает. Проверяем. А что это такое? Что это такое? Какая-то полоса появилась. Прекрасно! У меня все работает. Шрифты я основательно поломал. Помните, да? Я изменил шрифты на больший размер. И поэтому все смотрится не так эстетично, как хотелось бы. Это моя оптимизация, собственно. А что была за полоса вот эта вот? Вот это я не понял, что за полоса. Откуда она там? Что это такое? Ну-ка, секундочку. Такое чувство, что у меня там что-то где-то есть. Ну-ка. Так, а вот. Да, смотрите, он какой-то создает дополнительный элемент и подключает у него еще бордюр. То есть после того, как вы покопались в стилях оптимизации самостоятельно, лучше проверить еще раз, как все будет работать. И, возможно, забравшись в jQuery Tailwind CSS, подправить сами стили. Понятная идея. А так плагин вот у нас работает. Появилась дата, выбирается. Все появляется. Итак, Любовь, я ответил на ваш вопрос, надеюсь. Да, все работает. Предпочтительно использовать внешние ссылки или скачивать? Это зависит от того, какие у вас параметры сервера, хотите вы нагружать его или не хотите, зачем располагается все на других сайтах. Если у вас сервер слабенький, то каждый раз обращение к тегам скрипт заставляет скачиваться, если они раньше не закешированы были, и ваш сервер испытывает дополнительную нагрузку. Если вы размещаете на сторонние скрипты, на сторонние сайты ссылки, то ваш сервер вообще не испытывает никакой нагрузки, но потенциально вы как бы открываетесь для чужих скриптов. Почему я спокойно использовал ссылку с Яндекса? Я не переживаю, что Яндекс кто-то взломает и потом попытается взломать мой сайт. Но если вы зайдете на какой-то сайт Васи Пупкина, который будет предлагать ссылку на jQuery и jQuery UI, и разместите, то вполне возможно, что Вася рано или поздно эту ссылку поменяет или там в этой библиотеке допишет еще какой-то кусочек код, ворующий там вашу информацию или что-то еще.
И тогда будет совершена попытка взлома вашего сайта. Поэтому каждый раз надо определять самостоятельно, а нужно или не нужно. Я обычно на рабочих сайтах, проектах использую, не боясь, ссылки на Яндекс, Google или сам jQuery UI и jQuery CDN. Обычно это проблемы вызывает, уважаемые слушатели. Тогда я подытожу. Мы сегодня узнали, какие задачи решает jQuery UI. Для тех, кто знаком был с JavaScript, возможно, это занятие показалось, ну, скажем таким, немножко облачным. В смысле количества таких общих высказываний без конкретики. Для тех, кто раньше не складывался с jQuery UI, я надеюсь, вы получили представление о библиотеке и будете знать, куда смотреть, если вдруг приспичит работать быстро и выполнять какие-то виджеты. Поскольку у нас этот курс будет входить в программу дипломных проектов, то ближе к началу запуска, к 18 декабря, у нас на сайте специалиста также появится тест по этой библиотечке. Поэтому, если вы даже не надумаете проходить курс, зайдите, сдайте тест лишний раз, проверьте свои знания и узнаете, насколько вы хорошо работаете с этой библиотечкой. А Любовь уточняет, какие ссылки нужно оставлять для соблюдения копирайта? Если память не изменяет, в лицензионном соглашении с jQuery UI написано просто, что вы не должны удалять из самой библиотеки в исходном коде описание того, что она находится на jQuery UI. То есть вот это вот не удаляйте, и все. И никаких больше ссылок других никаких указывать для копирайтинга не нужно. Просто ссылку оставьте вот на исходный сайт. Вообще будет нормально. Так, ну что ж, если вопросов нету, я хотел бы всех поблагодарить за внимание. На следующей неделе у нас будет еще один воздушный вебинар, но он в основном предназначен для тех, кто только начал заниматься разработкой. Вебинар будет называться «Этапы разработки веб-сайтов для начинающих разработчиков». Почему так он называется? Дело в том, что те, кто приходит у нас на первый уровень HTML и часто на первый уровень JavaScript, они видят мир JavaScript и HTML, но в целом не понимают, как происходит разработка сайта, ну, например, в той же там, веб-студии или в компании, и очень удивляются некоторым моментам. Так вот, на следующей неделе, в субботу, в это же время, у нас будет еще один вебинар, который, я надеюсь, тоже будет записан и тоже будет опубликован через время на канале YouTube специалиста, специалистей. На этом мы с вами сегодня завершаем. Я всех благодарю за внимание. Презентацию можно найти по ссылке, которую я уже всем отправил в чат. Всем огромное спасибо. Спасибо большое, Олег Заводов. Спасибо, Виталий. Спасибо, Роман. Всем спасибо. И если вдруг будут вопросы, вы можете их задать по данному вебинару, по следующему адресу. Это адрес моей электронной почты. Я обычно не отвечаю на вопросы на электронную почту, связанные с курсами, но это исключение касается вебинаров. Поэтому, если по вебинару будет вопрос, можете задавать его по вот этому e-mail. А если вы захотите все-таки изучить эту библиотеку более подробно, предметно и еще раз пообщаться, то вы знаете, что 18 декабря будет стартовать еще один курс. Всем спасибо и всего доброго.